Добрый всем. Сегодня у нас 18 ноября, воскресенье, нашей команды. И вообще так интересно, да, вот я держу в руках новый каталог, с большим количеством результатов, закрывая 15-й каталог, да. И сегодня уже день нашего социального уровня, 16-го года, весьма всегда удивительно, чем было для меня, потому что на улице снега еще нету, а у нас с вами уже, да, у нас уже сами скорее, у нас уже сами праздники, и мы как раз те самые люди, которые умеют не только зарабатывать деньги, но еще умеют правильно планировать. Правильное планирование – это, конечно же, возможность экономить деньги, да, и говоря о том, что скоро Новый год, на самом деле до Нового года осталось ровно 6 недель, и вот эти 6 недель эти люди, конечно, проведут по-разному. Большая часть людей, которые совершенно ничего не особо не планируют в своей жизни, не живут по ощущениям, они подумают, ага, звук плохой, треск, только у Оли звук плохой, или еще у кого-то звук плохой, напишите остальные, как у вас звук. Как у вас звук? Потому что картинка, десяточку все ставили, а вот Оля пишет, что звук. А хочешь, Павел, напиши. Большая часть людей будут жить по ощущениям. Тоже пишет. Оля, ну, сейчас убавила, как теперь звук? Как теперь звук? Как звук? Трещит. Ага. А вот так. Так, давайте проверяем звук, как сейчас звук. Как звук сейчас? Еще убавила я, еще трещит. Господи, мне уже по нулям сейчас будет. Так. Ну не знаю, вот так вот как. Как звук? Прием. Как звук? Сейчас совсем убавила. Не знаю, вообще слышно меня, не слышно меня. Ну прям вот чуть ли не в ноль поставила. Как звук? Слышно? Тихо теперь. Вам не угодишь, а то тихо, то громко. Кому тихо, прибавьте у себя еще звук на ноутбуке. Так, а теперь как? Вот прибавил, поставил серединку между тем, что было, и тем, что последний раз сделала. Как теперь звук? Давайте быстренько звук отрегулируем. Как звук? Напишите, как звук. Отлично, напишите. Юля Ведякова, вот норм. Все, хорошо. Ну что, поехали дальше. Мы как раз говорили с вами про Новый год. И я говорила как раз о том, что большая часть людей Новый год встречают по ощущениям, да? То есть они не думают о том, что 6 недель еще впереди. Оль, у тебя звук прибавь на ноутбуке, раз в остальные все хорошо. И они еще не думают, да, что скоро Новый год. А вот те люди, которые умеют правильно планировать, да, те люди, которые уже думают об этом, они сегодня пишут в списке, кому им нужно подарить подарки, да, своих друзей, своих родственников, близких людей. И они уже сегодня задумываются о том, какую сумму денег они готовы потратить на эти подарки. И уже пришла пора нам с вами доставать, помните, мы листики такие делали, где были перечислены все, абсолютно все люди, и сверху было написано «Подарки к Новому году». Наверное, к следующей планерке, сейчас только об этом вспомнила, к следующей планерке я вам покажу, да, как работает эта методика, где мы могли просчитать, да, хорошо на рекрутинг работает эта методика, эта методика очень хорошо работает на сбор заказов, эта методика вообще хорошо работает на организацию товарооборота, глобального именно, командного товарооборота. Поэтому, друзья мои, пришло время задуматься о Новом годе, да, и посмотреть не только
точки зрения, что я хочу для себя любимым, да, хотя и это, конечно же, в том числе, но и с точки зрения, что я буду дарить, да, что я буду дарить своим близким людям, на что мне стоит обратить внимание в этом каталоге, и не только в этом, у нас 17 еще каталог впереди, и какого уровня подарки эти будут, потому что все люди, которые нас окружают, они, конечно, делятся на три различных категории. Первая категория людей – это наши совсем близкие, да, мамы, папы, бабушки, дедушки, дети, то есть совсем близкие, близкое окружение. Вторая категория – это второй, как бы, такой круг нашего окружения, да, это уже друзья, это уже родственники второй, скажем так, линии, тети, дядь, двоюродные, братья, сестры, коллеги на работе, да, то есть такая вторая линия близких людей, которые проходят в нашей жизни. И есть третья линия людей, это люди, которых мы просто знаем, и которым можно оказать такие знаки внимания, назовем это так, да, то есть мы не будем этим людям дарить какие-то сумасшедшие подарки, мы не планируем этим людям делать что-то такое невероятное, но просто оказать знак внимания, это очень приятно в любом случае, да, и выбирая между, например, шоколадкой и выбирая между из нашего каталога, то, конечно, предпочтительнее подарить подарок из нашего каталога, ну, во-первых, потому что он точно не уйдет в жировую массу, и вред не нанесет человеку, да, а во-вторых, потому что человек будет пользоваться этим подарком долгое время достаточно, и вполне возможно, что когда у него закончится то, что вы ему подарите, у него появится желание приобрести это снова, и человек уже к вам обратится с точки зрения такой, значит, долгосрочной перспективы, понимаете, вот если человек захочет расшифровать, конфет, он не к вам пойдет, да, или там пачку чая, он не к вам пойдет, он пойдет в магазин и купит, да, но если вы вот такому вот третьему кругу своего окружения сделаете подарочки из нашего каталога и научите этому уже своих людей, своих командах, да, то эти люди, которым придут такие подарки, они придут именно к вам, либо в ваши команды, либо к вашим людям для того, чтобы сделать заказ в качестве клиентов. И таким образом вы еще больше долгосрочно повлияете на товарооборот своей организации. То есть смотрите, как предприниматели мы с вами должны думать как на сегодняшний день, да, так и на будущее. И как предприниматели мы всегда должны мыслить с точки зрения именно увеличения товарооборота, потому что нам с вами платят именно за организацию товарооборота. Ну и по традиции, буквально чуть-чуть совсем, я представлю с вами каталог. Почему чуть-чуть? Потому что этот каталог листать, ну, тут, вы знаете, тут на каждой странице можно просто охать, ахать, вдыхать, и говорить дифирамбы каждой странице, да, и каждому набору, и каждому продукту можно рассказывать очень много, и каждому аромату, и всему-всему на свете. Но тогда вся наша планета превратится просто в мою песню про этот каталог, да, поэтому я просто что-то выхватила из этого каталога, не могу сказать, что вот все, что я хотела вам показать и рассказать, я сейчас это сделаю, что-то я сегодня расскажу, что-то расскажу на следующей планерке, да, но я буду с вами такой вот экскурс делать по каталогу именно с точки зрения, чтобы вы могли уже создавать такие наборчики и давать такие наборчики своим командам для продвижения, да. Это, опять же, будет влиять на организацию товарооборота ваших команд. Ну и, конечно же, начать я хочу с драйвера текущего каталога. Этот драйвер находится на странице 6.7. Это новиночка в нашей любимой серии Essence. Причем эта серия, она заслужила огромную любовь людей. В ней уже, по-моему, три разных аромата в этой серии. Вот, наконец-то, появляется четвертый аромат с натуральными ингредиентами вся эта серия. И вот данная серия с ароматом бузины и бергамота. И здесь по традиции, опять же, у нас с вами мыло находится в этой серии. Причем в этой серии мыло не как обычно, а именно 75 грамм, то есть такое крупненькое, скажем так. Здесь в этой серии находится жидкое мыло. Его очень удобно ставить как в ванной комнате, так и на кухне, например, да, там, где вот, ну, хочется быстро. Я вообще вот сама лично всегда жидкое мыло. Пускай
паровое мыло недолюбливаю лично. Я практически в жизни не использую. У меня всегда жидкое мыло, и руки я мою жидким мылом, и вообще. И, конечно же, лосьон для рук с этим же ароматом. Нежный, прекрасный лосьон. Все это с натуральными эфирными маслами. На самом деле, такие коллекции стоят, мягко говоря, дорого, да, вот я говорю, мягко, так скажу, дорого. Но так как это у нас драйвер каталогов, мало того, что такого уровня продукты в нашем каталоге стоят более чем комфорт, по комфортной цене проходит, да, но у нас здесь еще и с вами предложение. Если сделать заказ на 1190 рублей из этого каталога, причем эти 1190 рублей, это имеется в виду, конечно же, цены каталога, и мне кажется, при том, что находится в этом каталоге, сделать заказ на такую сумму, ну, совсем не представляется сложным, это очень просто, тогда можно приобрести вот такой набор, прекрасный, замечательный набор из трех компонента всего на 499 рублей, да, она стоит вообще 400 рублей. То есть я считаю, что это вот уже прекрасный вариант подарка именно для близких людей, да, вот для тех людей, которым вы хотите сделать ну, такой серьезный, существенный подарок. И помним о том, что и мыло, и лосьон здесь тоже очень большие объемы, это 300 миллилитров. Эти баночки, они очень объемные. И буквально перелистывая следующую же страничку, мы видим еще одну вкусняшечку, я бы так это назвала. Это как раз, вы знаете, подарки, которые перед Новым годом должны быть у всех в сумочках. Это как раз вместо шоколадки, да. Я хочу сделать презентик, но он такой, вы знаете, ни к чему не обязывающий, мне его подарить приятно, человеку приятно, много места не занимает, легкий, девушка его использует, получит огромное непередаваемое удовольствие, обязательно захочет повторить, да, вернется к вам со словами, а где это взять, а где это приобрести, такая прекрасная вещь. Итак, это, конечно же, я говорю про масочки для лица, причем вот эти масочки именно вкусняшки. У нас такие масочки уже есть, да, с огурцом масочка есть, у нас глиняная масочка есть и так далее. А это вот масочки, они сделаны именно в таких вот стаканчиках, куда тоже вот налита вот эта масочка и в хороших подарочных упаковочках красиво. Цена вообще смешная, 99 рублей в этом каталоге, да. И вот таких масочек, ну вот я, например, планирую даже 20, потому что вот Настя пишет, крутые маски уже попробовали. Я вот прям планирую 20-30, например, набрать вот этих масочек, вот именно для того, чтобы давать их, раздавать в качестве таких вот небольших презентиков. Ну и так, как каждую масочку 2 балла, вот и представьте, да, если я возьму, например, 20 масочек по 2 балла, то получается уже 40 баллов, да, вот опять же к вопросу о том, легко или просто сделать точный товарооборот 150-250 баллов. Очень просто сделать, если думать рационально, разумно, и помнить всегда о том, что перед Новым годом, ну, люди, ну, понимаете, ну, это автоматическая такая история, когда люди, заходя в магазины, в большие супермаркеты, видят тоже там какие-то распродажи, видят новогодние украшения, они ведутся на все, на это, что плохо лежит, да, и в основном это всякие сладости, конечно, чаи какие-то, да, и все это, ну, не очень положительно сказывается на здоровье тех, кому это перепадает потом, да, в качестве подарка. А вот масочка такая, это приятный презент, ни к чему не обязывающий. У человека вызовет бурю положительных эмоций, даже просто от внешнего вида, потому что очень прекрасный внешний вид. Ну и в конечном счете, конечно же, будут положительные эмоции от использования, да, этой масочки. Ароматы вообще просто потрясающие. Это яблоко, какао, лич, арбуз и розы. Ну, вкусняшки. Вот вкусняшки по-другому вообще никак это не назовешь. Я вам очень рекомендую такие масочки попробовать взять самим себе и, конечно же, вот на такие мелкие презентики. И еще один вариант таких же мелких презентиков. В этом каталоге нам предлагают такие вот наборчики, страницы 16-17 каталога. Нам предлагают вот такие мини-наборчики. Причем, опять же, да, вот смотрите, это может быть цельный наборчик, а вы можете взять этот наборчик и разделить этот наборчик, да. То есть вариант первый – это набор нежной мечты, куда входит крем для рук и смягчающий мыло уход. Да? Это может быть одним цельным наборчиком, вот так как-то его красиво упаковали. И опять же, в качестве небольшого презентика
кому-то преподнесли. А можно даже разделить, да, можно кому-то, например, мыло в качестве презентика, кому-то, например, кремик в качестве презентика перед праздником для поднятия настроения. И тоже наборчик, это наборчик «Миндальная забота», куда входит крем для души «Миндаль». Кстати, совершенно потрясающая вещь, я такие вот кремчики набрала в свое время тоже для презентиков различных всяких, и плюс, а я беру с собой именно вот этот наборчик. Очень легко брать с собой, да, в дорогу. И, конечно же, по ощущениям именно, да, то есть не сам по себе, и запах нравится, и эффект нравится. Лосьончик очень мягкий, очень приятный, очень комфортный, такой, да, очень быстро впитывающийся. Ну и крем для душа, это всегда более эффективно, чем гель для душа, потому что крем для душа еще и увлажняет вашу кожу. Поэтому вот здесь вы смотрите, наборчик, в котором находится крем для душа, лосьончик для тела, и здесь же в этом наборчике специально исключающее средство с маслом морожки. То есть получается, это может быть цельный, опять же, наборчик для кого-то, да, сделали его подарок всего 149 рублей, да, ваша цена вообще 119 рублей. И опять же, это можно разделить, кому-то, например, наборчик вы подарите из миндаль, да, серии, а кому-то вы отдельно подарите специально исключающее средство, потому что оно тоже находится в упаковочке, это тоже достойно, красиво, и опять же вызовет только положительную эмоцию того человека, которому будет такой наборчик. Я, например, тоже планирую набрать таких наборчиков 10, и опять же, каждый наборчик это 3 балла, да, если я говорю о том, что я хочу взять 10 наборчиков, это уже 30 баллов, да, вообще суммируется, да, 40 плюс 30 уже 70 баллов, это я еще вообще не думала о том, что взять себе любимый, да. А поехали дальше. А дальше как раз категория наборчиков для близких людей, да, мы близким людям хотим дарить такие более существенные подарки, но это не означает, что надо тратить какие-то сумасшедшие деньги, да. Можно потратить небольшую сумму денег, но сделать хороший, достойный подарок, и человек получит удовольствие. Причем здесь у нас с вами на странице 18-19 вариант для девушек, да, кому можно сделать подарочки, и на странице 20-21 вариант для мужской половины населения, кому опять же можно сделать подобные подарки. И здесь у нас опять же представлены наборы. Кстати, все, вот, что я вам сегодня рассказываю, это то, почему я еще именно это выбрала рассказ на сегодня, да, это именно то, что в первую очередь захочется на складе. Помяните мое слово. На третьей неделе всего этого не будет на складе. И как это было, например, вчера и позавчера, люди мне звонили, говорили: Оля, а когда склад пополняется, да что ж такое, мне вот этого не хватило. Я всем отвечала одно и то же. Я всем говорила: вы знаете, я лично сделала заказ в первый день работы каталога, было все. У меня лично такой проблемы нету абсолютно. И если вы будете повторять своего спонсора, то у вас тоже такой проблемы совершенно не будет. И это хорошо, опять же, с точки зрения у моих клиентов, не бывает ситуации, когда им чего-то не досталось, потому что мы всегда делаем свои заказы в первый день работы каталога. Во-вторых, помним о том, что кто делает заказы на первой неделе каталога, участвует в розыгрыше 1000 рублей, это у нас акция идет внутри нашего проекта. Ну и в-третьих, если вы хотите расти в этом бизнесе, то на первой неделе каталога вы всегда должны результат прошлого каталога в полном объеме. И вторую, третью неделю уже расти, да, с помощью приглашения новых людей и увеличения товарооборота. Поэтому, друзья мои, все вещи, о которых я сегодня говорю, все вот эти наборчики, на них такие скромные цены, что, конечно же, их не будет на складе. По-другому просто быть не может, да? Значит, у нас наборчики, которые предлагаются для девичьей аудитории, это набор «Флирт Тоскани» и набор «Мальдивские мечты», куда в каждый из наборчиков входит у нас аромат, туалетная водичка, и входит гель для душа, да, вот, собственно, по названию гель для душа называются эти наборчики. Видите, опять же, цена, да, всего 339 рублей, опять же, хочу сказать, что по такой цене ничего достойного в магазине вы просто не возьмете. Ну и мужской вариант, это у нас два тоже наборчика, один наборчик называется «Лидер Новой Зеландии», прикольное название, и второй наборчик называется «Открыть Японию». В обоих случаях, опять же, нам предлагается аромат мужской, да, и предлагается гель для душа, который, ну, опять же, по
ряд. И каждый, причем это полноценные большие ароматы, объемом 100 мл мужские ароматы идут и в первом и втором случае. И цена, опять же, вы видите, какая, да, 299 рублей, это совершенно не цена для подобных наборов, поэтому, конечно же, их разберут. То есть других вариантов просто нет. То, что этих наборов не будет, просто, ну, это просто вопрос времени, да, как быстро их не будет. А в первый же день или через недельку, например, да? А дальше еще одно такое эксклюзивное предложение текущего каталога, про который невозможно не сказать ничего, да, это, конечно, возвращение нашей легендарной серии, это страница 54-55 текущего каталога, возвращение нашей легендарной серии Royal Velvet, королевский бархат, да, переводится эта серия, и это серия, которая очень многих вдохновила в свое время на такой вот правильный уход за кожей лица, когда мы впервые, наверное, на этой серии, когда мы людям объясняли, как важно правильно соблюдать все этапы, что очень важный этап очищения, очень важный этап тонизирования, кремиком вокруг глаз, дневной, ночной крем, чем отличается и так далее и подобное. И у меня директорская команда выросла практически на этой серии, да, это команда Гали Монатовой. Я помню, что Галя рассказывала про эту серию так, что, ну, не купить ее было совершенно нереально после ее рассказа. И я знаю, что у Гали Монаховой часто спрашивают, как она в таком возрасте, все-таки у нее, ну, девочка уже, да, но она очень хорошо выглядит. Ее часто спрашивают, чем она пользуется. И раньше было появление коллекции на Вейш, Галя всегда пользовалась именно этой серией, которая называется «Королевский парк». И в составе этой серии, конечно же, заходят эликсир черного ириса, и задача этой серии – это повышение упругости кожи, то есть подтяжка, да, вот это основная задача. Эта серия, конечно же, для дам, у которых в первую очередь вопрос идет именно упругости кожи. Ну, опять же, да, хочу сказать, что в каталоге стоит цифра 40+, это такой среднестатистический возраст, мы всегда говорим о том, что той или иной серии надо пользоваться не исходя из того возраста, который установлен в каталоге, да, а исходя из текущей проблемы, потому что если проблема уже появилась, а тебе, например, там, я не знаю, 37 лет, это не означает, что надо сидеть, ждать, как, пока проблема усугубится до дня рождения, до исполнения 40 лет, и после дня рождения утром взять новую серию и начать пользоваться новой серией. Нет, это совсем не так. Конечно же, вопросы надо решать по мере поступления. А такие вопросы поступают у разных дам в разном совершенно возрасте. И вот эта цифра 40, а это такая усредненная цифра, при которой, в общем-то, ну, скажем так, эта проблема может появиться, да, уже точно. Соответственно, вот эта вот серия, она позволяет, в общем-то, выглядеть совершенно великолепно. И если мы с вами посмотрим, она, значит, состоит у нас из 5 компонентов, эта серия, да. И если мы суммируем все 5 компонентов, у нас получается вот по ценам каталога, если мы будем брать, у нас получается всего-навсего 2500 рублей, да. Ну, я так округленно взяла, 3 по 500, это 1500, и 2 по 400, да, это получается, ну, грубо еще 1000. То есть 2500-2600. То есть, с другой стороны, с точки зрения комплексного ухода, пока вот в каталоге это, ну, самое, скажем так, недорогой вариант. И для тех женщин, которые еще пока ищут себя в комплексном уходе, и пока еще ищут свою серию, и, может быть, не готовы сразу отдать более серьезную сумму денег для комплексного ухода, наверное, вот этот вариант, он будет предпочтительнее. Рекомендуем его, рассказываем о нем. Серия просто чудесная, она на самом деле волшебная. И она на самом деле через 4 недели дает результат. Это проверенная временем серия. И, как я уже сказала, огромное количество положительных отзывов на эту серию было всегда, без исключения. И когда к нашей каталоге пришла коллекция на Вейш, и вот эту серию ее тоже на тот момент убрали,
очень многие женщины говорили о том, что, боже мой, верните, пожалуйста, я очень хочу. То есть как раз тот случай, когда вернули по многочисленным просьбам, да, женщин, поэтому рассказываем об этой серии. Ну и не забываем про коллекцию Novage, да, впереди праздники, опять же, это один из вариантов подарков для близких и очень близких людей. Это, конечно же, приобрести всю коллекцию Novage. И вот эта коллекция Novage, она уже будет идти в красивой подарочной упаковке. И при заказе любого набора Novage, то есть у меня тут один представлен, да, против пигментации, на самом деле при заказе любого набора Novage, именно в этом каталоге, только в этом каталоге у нас проходит акция, при которой аромат вам будет идти в подарок. То есть вот из этих четырех ароматов один будет добавляться в подарок. Вы просто будете, если вы берете коллекцию Novage, вы вписываете один из представленных ароматов, код этого аромата, и его автоматически добавляют к вам в подарок. Но код надо указать, да? Здесь у нас представлены ароматы Игла, это аромат Enigma, это аромат Soul of a Hero и, конечно, аромат Love Potion. То есть вот ароматы Enigma и аромат Love Potion – это ароматы с афродизиаками, которые привлекают внимание противоположного пола. Ну, аромат Игла – это денежный аромат. Мы много о нем рассказывали, говорили о том, что если вы хотите, чтобы в вашу жизнь приходили деньги, то, конечно, пользуйтесь ароматом Eclat. И, как я уже сказала, это при покупке любой коллекции Novage, именно женских коллекций, но и в мужских коллекциях, вот я сюда не поставила картиночку, да, как-то выставила сначала презентацию, а потом уже подумала об этом. Также при заказе мужской коллекции Novage тоже идет акция, тоже она идет уже на страницах 142-143, тоже вы дописываете код парфюма, нам здесь предлагают вообще потрясающие парфюмы, это Essendon, это Flamboyant и это Eclat Louis. Вот любой из этих ароматов вы плюсом дополнительно бесплатно совершенно в подарок получаете при покупке мужской коллекции Novage. Тоже прекрасная совершенно история, это как минимум два подарка, может быть, разным людям, а может быть, одному человеку, да, вы подарите полную коллекцию ухода за лицом и плюс аромат. И опять же говорите людям о том, что это хороший подарок себе, да, когда можно начать правильно пользоваться и ухаживать за собой в ежедневном режиме и при этом еще попробовать подарочки. Ну и плюс к этому, конечно же, еще одно, о чем невозможно молчать в этом каталоге, это совершенно фантастическая цена на нашу стойкую краску для волос, HRX коллекция. И почему вот это сейчас важно? Потому что, в общем-то, традиционно и в нашей стране, и не только в нашей стране, именно к праздникам женщины стараются выглядеть очень хорошо, да, и приводят себя в порядок. И, конечно же, один из элементов для того, чтобы привести себя в порядок, это привести волосы в порядок, да, ну и покрасить волосы. Конечно, это может быть либо хочу выглядеть как-то по-новому вариант, да, либо это вариант просто хочу выглядеть хорошо. И, конечно же, в этом нам помогает краска для волос, и наша краска для волос, совершенно потрясающая итальянская краска для волос. Я всегда говорила о том, что буквально несколько наименований Oriflame просто, ну, как бы закупают у кого-то, это зубные пасты, и это краска для волос, да. Мы закупаем у итальянской компании, которая специализируется именно в этой области, в этом направлении. И сама по себе такая краска для волос, если ее брать не в каталоге Oriflame, а вообще просто покупать, она стоит совершенно других денег, поверьте мне, даже не тех денег, которые зачеркнуты, вот черная цифра, здесь стоит 640 рублей, ничего подобного, она стоит более 1500 рублей, если брать в розничной продаже где-то в магазинах такого типа краску с такими составляющими, с таким ингредиентным составом. У нас эта краска сейчас стоит вообще просто неприлично, я это так называю обычно, да, 269 рублей цена в каталоге, поэтому, конечно же, Новый год – это время преобразить себя, да, и обратить внимание вот на эту краску для волос. Ну и последние странички каталогов – это просто, конечно, что-то невероятное, начиная уже со 160
четвертой страничке компания нас просто погружает в роскошь, да, бесконечную, я бы даже сказала, роскошь, и нам представлена коллекция Giordani просто по фееричным каким-то ценам, по ценам, которые редко когда бывают, и уж тем более не бывает, что так много разных вариаций и продуктов из этой коллекции сразу одновременно в одном каталоге, такая россыпь прекрасных цен, да, и прекрасных предложений. Здесь у нас вообще есть все для того, чтобы выглядеть королевой, да, это и, конечно же, гелевая подводка для глаз, и пудра, и основа под макияж, антивозрастная основа, эликсир, многофункциональный крем. И новинка этого каталога – это румяна в шариках с эффектом напыления, да, с натуральным сиянием вот таких. То есть это не традиционные наши румяна в шариках, к которым мы с вами все привыкли, с матовым оттенком, да, а это именно сияющие румяна в шариках с перламутровым отливом. Это, конечно, такой праздничный вариант. И это, конечно же, вариант такого праздничного макияжа. И опять же, если вы, так как шарики все разного оттенка, да, если вы возьмете светлые шарики, то это можно использовать в качестве хайлайтера при нанесении макияжа. Вот, кстати, в модели сейчас видите, да, вот светлая полосочка, это как раз хайлайтер используется, и это все сделано этими румянами. И коричневыми оттенками вы можете как тени нанести, да, общий оттенок – это румянец. Ну, в общем, понимаете, вот это вот одной баночки, в принципе, практически достаточно для того, чтобы сделать полный макияж лица, когда у вас уже все подготовлено. Ну, и для того, чтобы подготовить лицо к этому макияжу, конечно же, вам потребуется хорошая тональная основа, и она тоже здесь есть, да, и все эти продукты у нас все на всех этих страничках идут с условием приобрети любой продукт из этого каталога, кроме этих, конечно же, страничек, и тогда у тебя будет 60% скидка на эти продукты. То есть вот у нас румяна вместо 1400 всего 519 рублей, тональная основа вместо 1150 рублей всего 459 рублей. Дальше смотрим, нам предлагают тушь вместо 900 рублей всего за 299, контурный карандаш вместо 630 рублей всего за 199. То есть, понимаете, как вот таких цен в одном каталоге сразу одновременно просто не бывает. Карандашки для губ всего 279, матовые губы для помады икона стиля всего 339 рублей, просто вот, посмотрите, вот просто сумасшедшие цены. В этом же, здесь же сразу, буквально на следующей странице, матовая губная помада с эффектом металлик, да, и мы уже попробовали рубиновое мерцание, мы пробовали губную помаду, да, на самом деле она матовая, но она вот именно с таким металлическим эффектом идет. Всего-навсего 339 рублей, помада, которая смягчает, увлажняет губы и ухаживает за нашими губами, конечно же. Ну и заканчивается наш каталог новиночкой, которую я обязательно приобрету для себя, потому что вы помните, да, мое правило, всегда приобретаю новый аромат, начинаю всех, абсолютно всех угощать этим ароматом, с целью для того, чтобы выявить, да, людей, которым этот аромат понравится, и чтобы эти люди знали, что такой аромат есть именно у нас. И опять же, это тоже предложение и драйвер нашего каталога при заказе любых продуктов из этого каталога. Новый парфюм – это парфюмированная вода Miss Giordani Intense. Всего-навсего вместо 1700 рублей, всего-навсего 699 рублей. В общем-то, мне эта водичка очень понравилась даже самой. И, скорее всего, я и буду пользоваться впоследствии, да, это не будет водичка, которую я возьму чисто ради того, чтобы найти новых клиентов, да, это будет водичка, которой я буду пользоваться сама, она мне очень понравилась. Здесь очень хорошие нотки, нероли, лиловая гордения, мускус, и, конечно же, эта водичка такая ассоциация с праздником, да, водичка, которая уже настраивает на праздник, настраивает на такую искрометность, на отдых, на... ну, не знаю, такое, знаете, очаровательное такое настроение придает эта водичка. Ну и для усиления этого аромата, буквально на предыдущей странице, всего за 299 рублей вы можете приобрести дополнительно набор Miss Giordani Intense, куда входит парфюмированный крем для душа и парфюмированный лосьон для тела. И опять же, если мы скомпонуем это вместе, у нас получается хороший
прекрасно, дорогой подарок для близкого человека, но мы можем это разделить, набор отдельно и водичка отдельно, это будут два еще подарочка, да, то есть, пожалуйста, как угодно вы можете это все делать, и ваша задача сейчас основная, это, конечно же, написать списочки, да, кому какие подарочки вы будете дарить и провести такую работу внутри своей организации, чтобы люди тоже написали такие списочки и уже начали задумываться, да, и потом не перед Новым годом с выпученными глазами бегать по магазинам и хватать все, что не попадя, потому что, опять же, не секрет, что в торговых центрах все, что в течение года не продалось, все это выставляется на праздники, на Новый год, на 23 февраля, на 8 марта, и это все люди метут, потому что заведомо просто заранее не подумали о том, что же они будут дарить своим близким на праздники. Ну и, конечно же, последняя страничка нашего каталога всегда предлагает какую-то вкусняшечку, и в данной ситуации это много вкусняшечек на одной страничке, да, это, конечно же, такие вот мини флакончики наших любимейших ароматов. Здесь вот, ну, одни из самых ходовых ароматов, самых любимых ароматов, это и Valare, и Giordani Gold Essence, и Possess, и Eclat, и Love Potion. Все они будут находиться в упаковочках подарочных, каждый этот аромат, и каждый этот аромат, 8 мл флакончик, всего-навсего за 249 рублей. Вот опять же, это прекрасные подарки для окружение, вот такого второго окружения, да, не самых-самых-самых близких, вот второй вот круг, да, но еще близких людей и друзей, прекрасный подарок. Это прекрасное приобретение для себя, если, например, у вас есть несколько любимых ароматов, но большие флаконы приобретать как бы вот, ну и дорого это, конечно же, да, одновременно сразу приобрести 5 флаконов различных, а вы, может быть, мечтали и о том, и об этом, и о пятом, и десятом, то у вас вот сейчас, ну, просто потрясающая возможность приобрести сразу все свои любимые ароматы по очень-очень доступным ценам. Таким образом, для вас это будет хорошая возможность меняться каждый день, да, пользоваться разными парфюмами, и при этом вам это обойдется, в общем-то, вот прям в копейки в какие-то. И для меня, например, опять же, это хороший вариант, я с собой всегда в дорогу беру вот такие вот маленькие мини-ароматы, да, чтобы большой флакон не тащить, я всегда беру вот такие мини-ароматы, у меня они разные есть, еще третий вариант использования, очень удобно с собой носить такие ароматы и давать угощать из этих ароматов, да, то есть, например, вы, да, вы угощаете, вот как бы такая мини-версия, то есть вы людям вот сейчас, когда можно купить такую мини-версию, вы говорите, вот можно сейчас приобрести, потом, когда уже в такой мини-версии приобрести нельзя, но будут эти крупные, большие, вот 50 мл ароматов в каталогах, с интересными, вполне возможно, предложениями, вы эти вот маленькие версии будете использовать в качестве, ну, таких пробников, да, для себя, но уже достойных, красивых, дорогих пробников. И опять же, да, для человека это будет хороший способ походить этим ароматом в течение дня и определиться для себя для покупки уже большого, полноценного флакона того или иного аромата. То есть вообще вариантов использования таких мини-версий ароматов просто очень-очень много. Я вам вот разные наговорила варианты, да, а вы уже там сами определяетесь. Итак, наш замечательный 16-й каталог. Как сделать в нем товарооборот 150 баллов, по-моему, вообще такой вопрос не стоит, да, у меня лично вопрос стоит другой, как сделать так, чтобы было не 1000 баллов, да, на моем номере, потому что хочется и то, и это, и 5, и 25, и все хочется, и все нужно, и куча идей, как это можно, и для чего это нужно, да, поэтому, друзья мои, используйте эти идеи, делайте большие товарообороты, и, конечно же, самое главное, учим этому организацию. Ну и к вопросу о том, о личном товарообороте в этом каталоге, да, вспоминаем о том, что буквально с сегодняшнего дня у нас начинает действовать вот этот вот дополнительный каталог Норскин, каталог дорогой элитной бижутерии, и уже сегодня, с сегодняшнего дня вы можете
начать приобретать для себя наборы. Сразу опять же хочу сказать, что да, этот каталог будет действовать и 16, и 17, и 1 каталог. Но имейте в виду, что сейчас вы приобретаете, например, полноценный набор, полностью весь набор, да, у вас будет все, что вы хотите в этом наборчике, то чем дальше, тем наборы будут более разбитые. То есть будет, например, оставаться уже только кольца, или только серьги, или только ожерелье. Поэтому если вы уже определились со своим выбором, то берите как можно быстрее, пока это полноценные наборы, где можно приобрести для себя все одновременно, чтобы у вас был именно такой вот полный наборчик. Я прям вот у меня, честно говоря, глаза разбегаются. Я все хочу, и то, и все, и 5, и 25. Мне нравится очень много из этого каталога, и вот я прям такая вся в растерянности, с чего начать, назовем это так. Вот, но опять же, посмотрите, здесь полноценные баллы, да, за эту продукцию, то есть приобретение вот этих вот украшений, они вам еще дают очень высокие баллы. Поэтому, в общем, начинается такая пора, когда вопрос лично товарооборота 150 баллов отходит просто на 2, 3, 5, 25 план, да, и встает вопрос новых званий, новых уровней, потому что, в принципе, если вы все сделаете правильно, если вы правильно поговорите со своими людьми в своих организациях, если вы проведете планерки внутри своих организаций, если вы запланируете новые результаты, то как минимум удвоение товарооборота в этом каталоге должно быть само собой, просто за счет того, что такие невероятные совершенно предложения в основном каталоге, и плюс у нас дополнительный каталог Норскин начинает работать. Кстати, переводится «Северное сияние», красивое название такое со шведского. И поэтому удвоение товарооборота в этом каталоге – это, в принципе, абсолютно нормально, абсолютно реально и абсолютно, ну, скажем так, обязательно, я бы даже сказала, да, только если вообще ничего не делать, тогда да, тогда ничего не удвоится. Если хоть чуть-чуть приложить малейшие усилия, то обязательно ваш товарооборот удвоится. Посмотрите итог предыдущего каталога, умножьте на 2, и вы поймете, на что вы способны в этом каталоге, да? Какой у вас может быть минимальный товарооборот по итогу 16-го каталога. Кстати, раз уж мы начали говорить о каталогах, да, то я от всех директоров жду слайды к параду успеха, который у нас будет уже завтра вечером. И в нашем проекте открылось, по-моему, 5 старших менеджеров по итогу 15-го каталога. В общем, завтра у нас такой бомбический парад. Зовем всех, опять же, выходим обязательно сами. Что же нам еще поможет в этом каталоге для того, чтобы сделать новые результаты? Это, конечно же, сегодня был прямой эфир. Кстати, поставьте плюсики те, кто видел прямой эфир от компании, уже знает о всех акциях, которые нас с вами ожидают. Поставьте плюсики, кто вообще видел прямой эфир. Я с удовольствием сегодня посмотрела прямой эфир. Кстати, он у меня записан и выставлен в моем Инстаграме. Да? В Инстаграме выставлен прямой эфир в записи, да, поэтому сутки он там будет храниться. Вы можете, если вдруг кто-то не был или ваши люди не были, хотят посмотреть, то вы можете зайти. Прямой эфир был очень интересный. Его проводили Ольга и Виктор Кукушова, это новые исполнительные директора. И пока они в деле показывали подарки по новой рекрутинговой программе, все подарки мы в деле посмотрели, еще очень много интересных фишек по работе рассказали, ответили на вопросы, дали свое видение, поэтому очень ценный прямой эфир, я вам очень рекомендую посмотреть его, если вдруг вы еще сами не видели, да, зайдите ко мне в Инстаграм, Ольга Зайцева онлайн называется моя страничка, фотографии меня найдите в Инстаграме, просто наберите Ольга Зайцева, их там много, правда, но меня на фотографии узнаете в любом случае, и посмотрите запись вот этого прямого эфира. Ну, а нас с вами для того, чтобы мы легко, красиво, достойно открывали новые звания по итогу 16, 17 и 1 каталогов, да, нас с вами, конечно, больше всего волнует 16 каталог, по той простой причине, что все, кто в 16 каталоге выйдут на уровень, новый уровень 22%, все у нас попадают на следующий банкет директоров 2019 года. И, ну, понятно, получать премию 1000 долларов, попадать на банкет директоров, да, это все вот очень прекрасно.
Но помимо этого у нас есть люди, которые уже вступили в программу на поездку в Турцию, то есть им нужно было по итогу 15-го каталога выйти первый раз на 15%, у нас такие люди есть, и у нас вот здесь сейчас есть такие люди, вот, например, Марченко Наташа квалифицировалась, да, еще я знаю, что есть люди. Напишите, да, кто запрыгнул в этот поезд, но есть еще те, кто успевает запрыгнуть в этот поезд, если по итогу этого 16-го каталога выйдут на уровень 18% впервые в своей истории, да, поэтому, друзья мои, у всех есть шанс, у многих есть возможности, обязательно используйте эти возможности, потому что путешествие это не только, ну, знаете, само по себе ценно, бесплатное путешествие от компании, это расширение горизонта, это новое видение, это возможность доказать своему окружению, что вы на самом деле человек достойный того, чтобы пойти за вами, потому что вы заявляли о том, что вы хотите, да, поехать в это путешествие, вы это сделали, да, и для вашего окружения это сигнал, с этим человеком имеет смысл иметь дело, потому что он человек слова, да, он сказал, он сделал, значит, я могу ему доверять, значит, я могу с ним двигаться дальше и достигать уже своих каких-то результатов. Ну и, опять же, для того, чтобы вам было легко войти во все программы, открыть новые звания по итогу 16-го каталога, делать свою квалификацию на Турцию, да, и вообще просто открывать новые звания. Для этого нам компания предлагает огромное количество акций сейчас, да, именно начиная с 16-го каталога. Это и новая компания по приглашению «Стильное решение», и это акция активности в Новый год с Орифлейм, это новая акция реактивации «Давайте дружить», да, ну и, конечно, же сезонные программы и коллекции ювелирной бижутерии Норскин, то, о чем мы уже с вами говорили. Ну, давайте чуть подробнее про эти акции. Итак, первая акция, которая нас с вами ожидает, это акция «Стильное решение». Она начинается завтра. Акция выглядит следующим образом. Мы уже как бы привыкли к таким акциям, это уже не первый раз. И хочу вам сказать, что компания до этого много очень проводила опросов, именно опросов людей, что бы вы хотели получить подарки. И очень много людей сказали о том, что их интересует на кухню, да, вот всякая вот такая кухонная утварь, скажем так, что им это интересно, что ее надо часто менять, кастрюли, сковородки, кухонные полотенчики, доски разделочные и так далее и тому подобное. И компания сделала вывод о том, что это, да, это прекрасное рекрутинговое предложение для всех. А как же будет выглядеть эта акция? Для новичков, что у нас для новичков? У нас условия не меняются. Делаешь заказ в течение 3 дней с момента регистрации на 1000 рублей и, или 1200. Господи, напишите, пожалуйста, ну как-то в этом районе. И, и у тебя бесплатная регистрация и бесплатно первая доставка. Да, вот у новичков такие условия. У тех, кто приглашает, приглашающий спонсор на 1000, спасибо. Приглашающий спонсор – это люди, которые именно заходят регистрироваться в своей страничке. Очень часто мне снова и снова задают этот вопрос. А я всех должен в первую линию регистрировать для того, чтобы получать подарки? Нет, друзья мои, нет. Самое главное, чтобы вы зашли со своей странички, проводили со своей странички регистрацию, но внизу, где вот там выбираешь спонсора, да, вы выбираете консультант из моей структуры является спонсором и ставите регистрационный номер последнего в той веточке, в которой вы сейчас работаете, или у вас там, например, две веточки вы ведете, вот последнего в этих веточках, вот одной из этих веточек, да, то есть таким образом углубляя вот эти вот две веточки, но подарки получите вы не переживайте, что кто-то другой за вас будет собирать баллы и получать подарки. Нет ничего подобного. Если вы со своей страницы регистрируете, вы получаете подарки. Итак, значит, что нас ожидает? Акция будет идти 3 каталожных периода, 16, 17 и 1 каталожный период. За 3 каталожных периода, если вы суммарно набрали 100 баллов, ну это смешно, конечно, совершенно смешная цифра, что такое 100 баллов? Это один новичок, который за 3 каталога пришел квалифицировался. Конечно, у вас будет намного больше таких новичков, но давайте разбираться по подаркам. Итак, 100 баллов, если вы набираете, это либо набор полотенцев кухонных, 4 полотенчика, абсолютно стандартный,
стандартные, большие полотенца, наверное, 40 на 60 у них такой вот размер, не наверное, а точно 40 на 60, это чисто зрительно, да, вот сегодня, когда ввели прямую трансляцию, они все время показывают это полотенце, очень стильные, красивые, подойдут для каждой кухни, полосатенькие и однотонные полотенца, то есть, пожалуйста, либо набор, вот 50 на 75 вообще, еще больше, да, либо набор разделочных досок, боже мой, как он мне понравился, мне правда так понравился. Я вообще, когда первый раз увидела эту акцию картинки в интернете, я вообще не поняла, что это такой прямоугольник. Думаю, чего это такое, зачем это надо, что это за штучка такая, да? А сегодня во время прямой трансляции я поняла, что это набор разделочных досок. То есть там 4 разделочные доски, причем они подписаны, что очень удобно. То есть на одной написано для мяса, на другой написано для рыбы, на третьей написано там для хлеба, на четвертой написано для горячего. А вот, ну, написано, значки стоят, да, не словами написано, значки стоят. То есть, опять же, это очень полезно, это очень хорошо, это очень правильно. Не на одной разделочной доске все делается, на разных разделочных досках, да, это очень правильно. И они именно такие дорогие, пластиковые, хорошие разделочные доски. И опять же, всегда стоит вопрос, где эти доски держать, а они там идут сразу в вот такой вот подставочке. Поэтому ну, просто вообще чудесный наборчик. Я вот, например, очень хочу такой наборчик, он мне очень-очень понравился, и мне понравился размер этих разделочных досок, потому что они достаточно большие, они вот такого вот размера, как каталог Норстен, вот такого именно размера. Ну, то есть все хорошо. Знаете, как называется мой любимый размер, мой любимый цвет, да, мой любимый размер и все такое. Ну, классный вообще наборчик, мне понравился. Да, и красиво, и стильно. Дальше, за 200 баллов суммарно. Опять же, что такое за 3 каталога 200 баллов суммарно? 2 квалифицированных рекрута за 3 каталога. Ну, это смешно, да? То есть я вам хочу сказать, что это очень легкие условия. Вообще полностью всю коллекцию можете собрать, потому что акция идет 3 каталожных периода. Не соберите, конечно, полную коллекцию, что тут голову морочить, да? Все нужно, все красиво, все будет стильно в одной кухне, да? И в одном дизайне. А значит, за 200 баллов, опять же, либо вы можете выбрать набор для сыпучих продуктов, такой вот емкости для сыпучих продуктов, чем они хороши, ну, помимо своего стиля и дизайна, очень хорошо, что они, ну, вот прозрачно впереди окошечко, по которому вы видите, да, что у вас находится в той или иной баночке, да, не надо открывать баночку, чтобы определить, что в ней находится, у вас будет уже внешне видно. Очень классный наборчик, я бы даже сказала, что парочку таких наборчиков нужно иметь на кухне, да, и второй вариант, это набор для специй. Мне очень тоже понравился объем, то есть вот для масла и для соусов каких-то, там прям такой объемчик серьезный, наверное, 200 миллилитров вот такой объемчик, то есть вот реально большой, реально вот крупный, вот прям вот так вот, крупные такие, да, баночки, ну и красиво, это достойно, это дорого, и это красиво, опять же, да. Там 4 баночки, 2 больших вот этих вот для масла и для соуса, 300 миллилитров, еще больше. Вот я все что-то преуменьшаю сегодня. И я потому что все на глазочек, я просто видела прямой эфир, я не читала, я видела прямой эфир. И, конечно же, соль и перец, да, то есть вот на одной подставочке 4 вот таких очень красивых стильных баночки будут стоять у вас на столе, это будет просто безумно красиво. Дальше, за 300 баллов, за 300 суммарно баллов, это 3 квалифицированных рекрута, или 6 человек, которые по 50 баллов сделали, да, это или чайник, или часы кухонные красивые в этом же дизайне, в этом же стиле, в этом же расцветке, либо сотейник, да, пожалуйста, опять же, выбираем для себя, и за 500 баллов, либо набор кастрюлек, причем это большие уже кастрюльки идут, то есть сотейник небольшой, а вот кастрюльки, они очень хорошего объема, либо набор из 2 сковородок, все сотейник, кастрюльки, сковородочки, все с пергаментным покрытием, все с крышками. Поэтому, друзья мои, акция совершенно замечательная. И опять же, вот смотрите, когда вы разговариваете с людьми, вы всегда им приводите пример, чем ты, опять же, пойдешь куда-то на сторону искать, покупать какие-то подарки к Новому году, ты просто пригласи своих знакомых, они здесь возьмут подарки к Новому году, а ты за это тоже получишь подарков, вагоны, маленькую тележку, наберешь себе вот такие вот наборчики. Но наборчики он уже наберет, получается, там, к 23 февраля, 8 марта, потому что на вот эти продукты будут во втором
втором и в третьем каталоге. То есть 16, 17 и 1 мы суммируем вот эти баллы, набираем эти баллы, а уже набор вот эти все мы будем разбирать во втором и в третьем каталоге. Это как раз 23 февраля и 8 марта. То есть парад подарков не заканчивается, да, как и праздники, они не заканчиваются, подарки не заканчиваются. То есть рекрутируя сегодня и делая личный товарооборот сегодня, вы решаете вопросы подарков не только к Новому году, но еще и ко всем последующим праздникам. Поэтому, друзья мои, шикарная совершенно акция. Мне очень понравилась вот вся эта посуда, мне стиль понравился, дизайн понравился, внешний вид понравился. Ну и условия более чем реальные, более чем понятные, да, и достаточно привычные. Дальше. Акции реактивации, которые у нас начинаются тоже, начиная с текущего 16-го каталога. Что такое акция реактивации? Это разбуди тех, кто зарегистрирован у тебя, но начиная с 15 сентября, ну, подзабыл об этом, не размещал заказ на свои личные номера, да. Как выглядит условие? Вы звоните таким услужкам и говорите им о том, что если они сделают заказ на 1200 рублей, единовременный, причем заказ на 1200 рублей, то они сразу же в заказе могут приобрести туалетную воду, аромат, который в каталоге, он представлен, он у нас есть в этом текущем каталоге на странице 132, аромат Friends World Hero, да, вот такой вот аромат, вот так вот он выглядит в каталоге. Цена у него в каталоге 699 рублей, но вот наши услужечки могут приобрести этот аромат при заказе на 1200 рублей, всего-навсего за 99 рублей, пожалуйста, да, это тоже, да, возьми подарки своим друзьям и получи еще и аромат практически в подарок, да, либо себе оставишь, либо опять же подаришь кому-то. Очень хороший, легкий, приятный аромат, которые, ну, многих не оставляют равнодушным, очень многим нравится этот аромат, поэтому говорите об этом, предлагайте, рассказывайте, и, в общем-то, я так думаю, что на этот аромат будет очень-очень-очень много желающих. И еще раз хочу сказать, посмотрите на все на это с точки зрения бизнеса, друзья мои. Что такое вот эти акции реактивации, рекрутинговые компании? Следующая вот сейчас будет акция, я вам сейчас скажу, да? А что это все такое? Это просто для вас возможность позвонить человеку, да? У вас же всегда есть два варианта. Вариант номер один, вы просто звоните и говорите, привет, там, ты давно не делал заказ, вот уже пора разместить. Правда же? А в данном случае у вас шанс рассказать человеку с точки зрения его выгод, причем много выгод он получает, да? Вы говорите, привет, давно что-то смотрю, ты заказики не делала, а сейчас акция вообще сумасшедшая, специально для таких, как ты, да? Вот компания даже таких, и таких любит, и о таких заботится, вообще компания любит всех своих потребителей в любом случае, да? Это специально для тебя акция, вот ты уже думал, что ты закажешь, какие подарки вообще ты купишь на Новый год своим друзьям и знакомым? Он говорит, нет, еще не думал. Вот, я так и знала, что ты еще не подумал, а вот я уже об этом подумала. В этом каталоге столько интересных предложений, такие классные наборчики, цены от 99 рублей до там столько-то рублей, да, на любой вкус, цвет, кошелек, размеры и так далее и тому подобное, но это еще не все. Делаешь заказ всего на 1200 рублей, беря подарки всем своим друзьям и знакомым, не бегая потом по магазинам, да, и еще себе получаешь возможность приобрести аромат, вообще полноценный, нормальный, классный аромат всего за 99 рублей. Классно, классно. Давай, диктуй коды, что будем заказывать. Все, понимаете, вот все. Это для вас возможность позвонить, возможность рассказать человеку его выгоды, да, почему ему выгодно, почему для него это очень удобно, очень классно и очень интересное такое вот предложение. Ну и опять же 16, 17 и 1 каталог у нас стартует акция активности, то есть акция, когда наша с вами задача просто, опять же, для нас с вами это возможность каждому человеку сказать, почему ему выгодно, выгодно сделать заказы во всех каталогах, во всех этих трех каталогах. Значит, что у нас здесь предлагается, да, акция у нас действует, опять же, с 18 ноября, то есть уже с сегодняшнего дня, сегодняшние заказы уже включаются в эту акцию. Сделай заказ от 50 и более баллов в 16 и 17 каталогах подряд
и получи возможность приобрести набор продуктов всего за 199 рублей в каталоге номер один. Такая очень-очень-очень простая акция. Дальше, второй вариант. Сделай заказ в одном из каталогов, в 16 или в 17, и получи возможность приобрести набор продуктов всего за 799 рублей. В первом каталоге, да? Набор продуктов, он большой набор, туда входит очень много всего. Это и питательный крем для рук, нежность, ночной увлажняющий крем для ног, отшелушивающий щеки для душа, малина, мята, восстанавливающий шампунь для сухих волос, HRX, восстанавливающий кондиционер из этой же серии, парфюмированная вода Giordani Gold Essence мини-спрей, подкручивающая тушь для ресниц, No Compromise, и лосьон для тела Lavkare. Да? То есть давайте посмотрим фотографию этого наборчика. Вот так выглядит этот наборчик. Посмотрите, вообще суперский, вот суперский вообще наборчик. Мне кажется, ну, вот вообще, вот целый набор за 199 рублей в первом каталоге, да, очень простые условия. Два каталога подряд, 16 и 17. Делаешь 50 более баллов, и в первом каталоге вот всего-навсего за 199 рублей тебе вкладывают вот такой потрясающий набор продукции. Кому нравится эта идея, поставьте восклицательные знаки. Вот просто супер, понимаете, вот ваша сейчас задача, да, вы посидели у меня на планерочке, теперь ваша задача собраться своими маленькими планерочками, прям написать готовые скрипты, И прям вот вы, вот, понимаете, сейчас вы берете распечатку, и вот всем подряд, вам каждому есть что сказать, вам каждому есть что предложить. А для кого-то и не одно предложение, а два и три предложения действуют, да? То есть если у вас уснушка, и, например, делать заказ не на 1200, а на 50 баллов, он еще и в эту акцию сразу автоматически у вас попадает, понимаете, да? То есть каждый человек может участвовать сразу в нескольких акциях. Все эти акции классные, вкусные, интересные, полезные. И опять же помним о том, что череда праздников только начинается, впереди еще 23 февраля, 8 марта, и все это, опять же, возможности подарить подарки, да, или самим начать пользоваться продукцией по очень-очень доступным ценам. Поэтому, друзья мои, используем все эти возможности, все эти акции, используем для того, чтобы увеличить свой бизнес, расширить свой бизнес, да. То есть еще раз хочу сказать, что в этом каталоге, в 16-м каталоге, вырастить в два раза товарооборот не представляет никакого совершенно труда. Просто надо 3 недельки позвонить, поработать. Просто выделите каждый день 2 часа в день для звоночков. Да? Вот, и прям вот, вот прям разделите распечатку на количество там людей, да, а в команде разделите распечатку, если вы один лидер в команде, значит, сами, вот у вас там, я не знаю, 50 человек, да, вот вы прям разделите, сегодня я этим 5 звоню, завтра этим, послезавтра этим, послезавтра этим, и вот так каждый день уделяйте пару часов на звоночки, вот и все, понимаете, и все у вас будет в шоколаде, нет ничего сложного в нашей работе, когда говорят, что стать директором сложно, я всегда говорю, что это просто говорит человек, который придумывает себе оправдание. Ничего сложного в этом нету, абсолютно. Это скорее вопрос не сложности, а скорее всего вопрос самодисциплины. Да? Каждый день, 2 часа в день уделять на звоночки по команде. И плюс 2 часа в день на рекрутинг. Вот этих 4 часов в день, но если вы серьезно тратите эти 4 часа, если вы на самом деле делаете то, что надо эти 4 часа, в принципе, абсолютно достаточно для того, чтобы за 3-4 каталога выйти на уровень 22% и иметь серьезную, достойную организацию, понимаете, да? Поэтому вот это очень простая работа, это очень простой бизнес, и это очень просто заработанные деньги. Вот что я вам хочу сказать. Человек, обычный человек, для того, чтобы выйти на доход директора 20-30 тысяч, да, вот вчера по итогу каталога смотрел зарплату своих директоров в команде. Слушайте, друзья мои, 25-30 тысяч, средняя заработная плата директора, средняя заработная плата. И вот я смотрю на эти заработные платы и все время задаю себе вопрос, а что человек делал весь этот каталог? И за некоторых отвечаю, не особо чего он делал. Да? Вот где еще вообще за такую работу ему платить деньги? Просто он когда-то давно много поработал, а сейчас он уже не особо много работает, но 30 тысяч как с куста начислили, понимаете что? Ну где вообще такое может быть, кроме как в сетевом маркетинге? Нигде. Ну и, конечно же, я с удовольствием, с огромным удовольствием поздравляю тех, кто уже вошел, въехал, я бы даже сказала, в отель в Турции Starlight Resort, да, а
аплодисменты, аплодисменты нашим будущим турчанкам, да, таких есть у нас, назовем это так, да, вот, и напоминаю о том, что еще есть возможности, еще есть шансы, да, тем, у кого был максимальный уровень 12%, надо в этом каталоге выйти на 18%, три каталога подряд поддержать этот уровень, да, и в 17-м каталоге, тем, у кого был максимальный уровень 15%, надо будет выйти на 22%, и вот вы сегодня должны об этом думать, не по потом, а сегодня вы должны думать о том, как я, например, в этом каталоге выйду на 18% или в 17-м каталоге выйду на 22% для того, чтобы попасть вот в эту поездку, поехать в Турцию, отдыхать и получать бесконечное совершенно удовольствие. И вот я вам в прошлый раз показывала картинку, еще раз покажу эту картинку, специально я поставила после Турции, знаете, вот для того, чтобы сравнили, да, вот есть вариант, работая, активно работая каждый день, заработать себе другой образ жизни, другие доходы, другие возможности, путешествия, другое окружение, другую жизнь просто, да, а есть другой вариант, пожалуйста, вот, ну, а можно продолжать жить вот так, да, и потом сказать, боже мой, на что я потратил свою жизнь. Вот, а люди вот так вот, они тратят свою жизнь бесконечно и все время ходят вот по этому кругу и почему-то ждут каких-то изменений, при этом обвиняя всех вокруг себя, правительство не то, страна не то, а то не все, это не все, пятое не, и десятое, да, а сами просто, сами не делают никаких правильных выводов из своей жизни и ничего не меняют, да, а если ты ничего не меняешь, то почему у тебя должно что-то в окружении измениться, в доходах измениться, да, ничего у тебя не поменяется. Ну и, конечно же, ваши ежедневные действия – это приглашать новых людей в команду. Друзья мои, одна регистрация в день с личной подачи – это залог успеха для каждого из нас с вами. Это залог того, что вы в этом каталоге удвоите товарообороты, и этого каталога у нас наш парад успеха будет просто взрывной, да, и вы как ракета взлетите в этом каталоге, потому что, еще раз повторяю, что с теми акциями, которые предлагает для нас с вами компания, смотрите на акции как бизнес-партнер, не смотрите вы как простой консультант, как простой новичок, который для себя подарочки выбираете, смотрите на эти акции как бизнес-партнер, вы партнер компании, компания все делает для того, чтобы вы в Турции оказались, на банкете оказались, премии забрать, она вам премии платит, да, в долларах, друзья мои, компания вам платит премии, и еще и всяких игрушек кидает для того, чтобы вам легче было их забрать. Но я не знаю еще, вот, понимаете, вот где вообще найти такую работу, где начальник для того, чтобы вам заплатить премию, еще и часть работы за вас делает. Вот эти же все акции, это и есть часть вашей работы. Вообще, по идее, вы же как предприниматель, по идее, вот если бы вы были в традиционном бизнесе, это вы как предприниматель должны были бы придумывать, как вам развлекать своих покупателей, как вам привлекать новых покупателей и как вам чего придумывать, да, вот магазины, там, Магнит, Пятерочка, вот у них тоже такие вот акции постоянно идут, какие-то суммы покупаете, там, что-то какие-то клеите и тоже как что-то набираете, да, и посуду бывает, и то есть и 5-25. Но, друзья мои, там предприниматели вообще свои деньги в это вкладывают, бесконечно причем, да. А у вас же ситуация, когда у вас все на блюдечке золотой каемочкой. И акции, и распродажи, и предложения такие, да, и для тех, кто уснул, и для тех, кто проснулся, и для тех, кто еще даже к вам не пришел. Ну, для всех уже все продумано. Поэтому, друзья мои, просто вот сегодня вы побывали на моей планерке. Завтра утром, напоминаю всем директорам, в 10 утра, в 10:30, да, мы вас ждем на директорской планерке в сервисном центре, наша директорская планерка традиционная, но самое главное, друзья мои, самое главное, что каждый из вас, вот каждый, кто присутствует на этой площадочке, уже по итогу 16-го каталога может не просто открыть новый уровень, ворваться в директорскую команду. Все зависит от вас, все в ваших руках. И даже если вы думаете, ну как же так, я еще не был там на том уровне, на сём уровне, это совершенно не важно. Я тоже никогда не была на уровне 18% вообще. Я в предыдущем, скажем так, каталоге, в 15-м, вот ну, если по нынешним меркам, да, в 15-м каталоге у меня было 15%, а в 16-м каталоге я вышла на 22%. Почему? Потому что было желание, потому что хотела очень на банкет директоров,
потому что всегда помнила, что важно смотреть не на свой доход, а смотреть на доход своих людей. И всегда помнила, что мне компания платит за то, что я помогаю своим людям расти, да, и работая вот так вот с командами со своими, мы вот даже не удвоились, а в 2,5 раза увеличили тогда товарооборот, и я вышла на уровень 22%. А потом я всех, абсолютно всех будущих, скажем так, директоров, с кем я делала статус директора, они все стали директорами позже, да, потому что я продолжала работать в этих командах для того, чтобы им уже помочь стать директорами. Вот это и есть сетевой маркетинг, да. Поэтому, друзья мои, ставьте большие амбициозные цели, ничего не бойтесь. И помните всегда о том, что компания Oriflame – это очень надежный партнер, которая для вас делает совершенно невероятные вещи. И ваша задача остается только одна – делать качественную работу со своей стороны. То есть со стороны компании работа делается качественно, да, из компании надежный партнер. Каждое утро задаем себе вопрос, а какой я партнер по отношению к компании, да, насколько я качественно делаю свою работу, насколько я, какие я ставлю цели, да, и что я конкретно делаю для того, чтобы компания выполнила свою цель, стала компанией номер один в мире, друзья мои. Для того, чтобы компания стала номер один в мире, мы с вами должны стать номер один в своих населенных пунктах, да? Поэтому активные вам продуктивные работы в 16-м каталоге. Всех ждем, директоров, завтра в сервисном центре на директорскую планерку, а вечером завтра парад успеха, поэтому жду слайды от всех директоров сегодня. Ну и для вас активные продуктивные работы в 16-м каталоге, конечно же, новых званий, друзья мои, новых званий, новых уровней, новых побед и новых достижений. До новых встреч, удачи вам в 16-м каталоге.